Всем привет, друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня снова делаю видеообзор, и на этот раз у нас зубная паста MyFresh от компании M International и набор зубных щеток. Сейчас будем открывать и смотреть, как они выглядят. Зубная паста написана у нас здесь натуральная алоэ вера. Вот такая классная паста. Паста у нас. Дизайн очень хороший. Смотрите, здесь 180 миллиграммов. Еще обратите внимание, здесь у нас зеленая полосочка. И как мы знаем, если здесь у нас зеленая полоска, значит внутри состав полностью идет натуральный. Если красный, синий, то там в составе есть какие-то химикаты. Так, давайте откроем и посмотрим, как он выглядит. Ага, белая текстура и очень-очень приятный на вкус, ой, на запах. Знаете, есть такой мятный-мятный привкус. Итак, и давайте откроем наши зубные щетки. Так, эти зубные щетки, они у нас с бамбуковым углем. Так, вот в упаковке 5 зубных щеток. Смотрите, какие они классные, они разноцветные. Здесь у нас вставка гелевая идет. Здесь полностью, что, как сказать, фиксирует хороший захват. И здесь у нас щетина, она очень-очень такая мягкая, длинная и очень-очень тонкие. Я надеюсь, они будут глубоко проникать между зубами, и что нам даст хорошее очищение. Теперь будем пробовать, и я вам расскажу, как это нам по ощущениям. Друзья, смотрите, сегодня сейчас я буду делать еще один обзор, такой маленький. Просто я хочу наглядно сравнить две зубные щетки. Да? Одна получается у нас корейская компания Atomy, другая у нас получается малайзийская компания M International. Да? Этой щеткой мы сами пользовались уже около года. Просто смотрите, какая здесь текстура. Здесь она получается очень маленькая. Здесь у нас тоже что-то там бамбуковые волокна были, по-моему. Это вот малайзийская компания. Получается, здесь она намного больше идет, зубная щетка. И вот эта сама щетина, она идет как бы намного больше, нежели вот эта щетка. Будем пробовать и посмотрим, как это будет по ощущениям. Вот просто вам хочу наглядно показать две зубные щетки.